две тройки и две девятки у банкноты 2000 тенге, который лежит на байковой поверхности 10 октября. Но они в разнобое. Но девятки участвуют в зеркальной цифре с одной тройкой, да? 9-3-9. Вторая тройка сильно удалилась. Девятка — это цифра духовности. Этот параметр имеет усиление где-то 1,6 раза, а тройки цифры материализации усиления не имеют.